Да. Мы рады приветствовать вас. На 6-м международном фестивале алкогольных напитков «Крепкий мир». Фестиваль «Крепкий мир» – это встреча старых друзей. Это знакомство с новыми людьми и интересными напитками. Это атмосфера радости бытия. Присоединяйтесь к нам! Пусть наш крепкий мир станет шире! Это мой самый любимый фестиваль. Яркий, добросердечный, веселый. Всегда с новыми неожиданными нюансами. С особым удовольствием хочу назвать его организаторов. Антон Плехов, Сергей Халецкий, Михаил Пашухин. Благодаря им два раза в год, весной и осенью, в Москве проходят феерические по насыщенности впечатлений фестивали «Крепкий мир». Сегодня, 18 мая 2019 года, они собрали профессионалов, знатоков и любителей крепких напитков в уже знакомом нам деловом центре «Амбер Плаза». Проводите 6-й фестиваль. Скажите, с какими трудностями вам приходится сталкиваться? Или, может быть, у вас есть какая-нибудь интересная история о преодолении этих трудностей? Фестиваль действительно 6-й, и самая большая трудность – это экономика. То есть сделать так, чтобы это было дешево для производителей и недорогой билет для покупателей, и при этом еще это было не минус общеэкономический – это самая большая задача. Поэтому, конечно, вот тут нам очень важно сделать такие цены, которые бы устроили всех.
Вот это самая, наверное, большая трудность. Все остальное – это детали, которые мы с радостью преодолеваем. Ну, с каждым годом вы преодолеваете их легче с учетом прошедшего опыта? Ну, вот с точки зрения экономики, вот этого общего такого денежного потока, конечно же, мы что-то добавляем, и добавляется у нас больше людей. Mm-hmm. Поэтому, наверное, это примерно одинаково. Вы проводите фестиваль «Крепкий мир» уже в шестой раз. Что на этот раз новенького? Ну, новенького – это то, что мы сделали шоу-программу. То есть, не знаю, мы подумали, что развеселить и растормошить публику, которая постоянно дегустирует, не пьет, а дегустирует хорошие напитки, надо, чтобы они еще расслабились. Да? Расслабились не только алкоголем, но еще что-то творческим. Да? Вот мы и поставили сцену, на которой и выступают творческие, проще так сказать, творческие коллективы, команды, девчонки из шоу Girls. И еще плюс, сейчас у нас будет награждение очередное победителей, то есть вот такой элемент развлечения придумали. Приходите еще к нам на фестиваль до следующего 7-го, обязательно ждите. Михаил, хотелось бы спросить, вас трое организаторов. Да. Скажите, как у вас распределяются обязанности? Да вы знаете, мы как-то в основном делаем все сообща и вместе. Вот. Но если так говорить о действительно распределении, то Антон больше занимается взаимодействиями с партнерами, с нашими экспонентами. Сергей очень много общается непосредственно с нашими посетителями и экспертами. А я отвечаю вот за общую организацию всего вот этого вот беспорядка, то, что вы видите. Ну, беспорядком это назвать сложно. Наоборот, с каждым годом это все более такое театрализованное шоу, интересное, разноплановое. Вот. Вы такие, как три сказочных богатыря, которые дарят нам этот праздник каждый год. Да я бы хотел пожелать посетить наш фестиваль тем, кто никогда еще у нас не был. У нас весело, у нас вкусно, у нас очень интересно. Можно много попробовать нового, выбрать для себя что-то. То есть у нас, в принципе, фестиваль для любителей вкусно выпить, именно выпить вкусно. Приходите к нам. Чем нас больше, тем крепче мир.
очередной раз оказываемся на выставке «Крепкий мир». Все отлично, народу, как всегда, много. Много новинок сегодня представляем, дополнительно ко всему. Представляем обновленный образ виски «Балблэр», представляем обновленный образ виски «Алпалтони». И все это как бы в совокупности, как всегда, наверное, с интересной обстановкой, с интересными встречами, беседами и все прочее. Опять же, как бы, да, мы показали как бы обновленный образ Хэнки Беннистер, 21 год. Это интересно, как бы, да, он стал шикарный, как бы, да, это так считаю. Мы показываем все то, что было, как бы все то, что станет. И я думаю, я уверен, что как бы всегда это будет, наверное, интересно, потому что, как вы видите, как бы народу много, как бы, и всегда всем это нравилось. Ну и вдобавок хочу сказать, приходите к нам. Здесь всегда интересно, весело, хорошо, зажигательно. Присоединяйтесь к нам. Пусть наш крепкий мир станет еще крепче. Ура! Присоединяйтесь к нам. Чем больше вас, тем наш мир станет крепче. Присоединяйтесь к нам. До встречи на фестивале «Седьмой крепкий мир». Удачи, успехов и до новых встреч на седьмом фестивале «Крепкий мир».